Очередная выброшенная собачка, которую мы подобрали зимой в морозы. Выбросили, продав дом за ненадобностью. Оставили в одиночестве вдоль дороги. Она лежала несколько недель. И жители, уже не выдержав, позвонили Николаю Ивановичу, сказали: пожалуйста, заберите, жалко. Либо замерзнет, либо, конечно, собьет. Мы ее взяли в приют, ну, старенькой собачка, видите, да? Выгуливаюсь я с ней, она ходит очень медленно, тихонечко, да? Конечно, я делаю, медикаменты даю для поддержания ее состояния и, соответственно, питания. Знаете, старость, она приходит, я еще раз говорила и говорю, может прийти к каждому. И мы не имеем права просто, тем более уже преданные животные, которые предали, выбросив. Ну, надо ей как-то просто дать дожить нормально, в нормальных условиях. Это, я думаю, что наш долг и наша ответственность, и наша не только ответственность, но и сострадание к тем, которые, ну, действительно пострадали.